Как тебе это перевел на английском языке? С кем ты разговариваешь? Если ты сказал with who are you talking, ты немножко ошибся. А как тебе перевел на английском языке, в каком городе ты живешь? Если ты сказал in what city do you live, ты опять ошибся. Хочешь знать, как правильно? Прямо сейчас жми лайк и не жди. Всегда на английском языке предлоги стоят в конце предложения, когда мы задаем вопрос. Поэтому правильно будет сказать What city do you live in? What city do you live in? В каком городе ты живешь? И также мы говорим Who are you talking with? Или Who are you speaking with? То есть опять предлог стоит где? В конце предложения, когда мы задаем вопрос. Теперь, как тебе перевел эту фразу на английском языке? На каком столе ты положил мою книгу? 3 секунды. Если ты сказал, what table did you put my book on? Молодец! Опять предлог стоит в конце предложения. What table did you put my book on? На каком столе ты положил мою книгу? Урок был полезным. Жду твой лайк. Это большой знак поддержки. Не забудь подписаться, если ты хочешь учить английский язык в таком прекрасном формате. Поставь плюс комментарий, если ты хочешь меня видеть почаще. И максимально поделитесь этим уроком с вашими друзьями. See you soon. Ciao.